Барнауле прошло байк-шоу в поддержку историко-патриотического фильма, снятого известным российским общественным деятелем Александром Залдостановым. Премьера киноленты состоялась накануне в краевой столице. В мотопробеге, организованном барнаульским сообществом, приняли участие 10 байкеров. Они проехали от речного вокзала до нового рынка. В местах остановки мотоциклисты раздавали флаеры о картине «Русский реактор». Это фильм режиссера и, кстати, тоже байкера Александра Залдостанова об исторических событиях России времен правления Николая II и до наших дней. Цель мотопробега, говорят участники акции, патриотическая – вызвать любовь и чувство гордости к родине. Что пришлось пережить русским людям? В непростые годы, в годы революции, в послереволюционные годы, в годы войны, перестроечный период и в настоящее время. Мы хотим донести до наших собратьев, для наших граждан, привить им любовь к истории, уважение к ней. После мотопробега любой желающий мог сфотографироваться с байкером, а затем состоялся сам кинопоказ.